Так, тут у меня просили снять профиль винта, но он вот такой. Вот лопасть, угол на кончике где-то градуса 3, наверное, 4. Вот видно вот грудку, видно вот тот лопух, который именно является стартовой лопаткой как таковой. Вот он. Еще, знаете, хочу обратить внимание вас, те, кто будет монтажировать такие ветрогенераторы, обратите внимание на установление лопастей, на правильность их установки, точнее, той или стороной. Вот я сейчас, не сейчас, точнее, я еще до установки на земле заметил такую неприятную особенность, но сборщики этого ветрогенератора поставили лопасти неправильные. Под кокелем там 3 болта. И далее прошу прощения, но ветер сильный забивать стал микрофон там на телефоне. Поэтому озвучу так. Там 3 болта, и они, вне зависимости, как ты ставишь лопасть, они реально могут затянуть ее. В инструкции написано, что при установке лопасти нужно обратить внимание на проточку, которая присутствует на этой лопасти. И она реально там есть. И в инструкции эта запись есть. Но проточка на самой лопасти маленькая, запись о ней в инструкции маленькая. И человек, не сильно разбирающийся как бы в аэродинамике ветрогенераторов и их винтов, может, ну, реально допустить ошибку. Вот. Я эту ошибку увидел визуально еще на земле до установки. Вот. Потом я прочитал инструкцию, так, между прочим, бегло, тоже заметил запись о этой проточке. То есть, когда владелец говорил, что данный ветрогенератор не работал номинально, я в этом не сомневаюсь. Вот сейчас я показываю, где был перед, а где был зад. Вот то, что сейчас спереди, это был задом, а то, что сейчас зад, был передом. Видно, что изгиб у лопасти, он разный, с разных сторон. Вот с этой стороны идет изгиб, как ложка внутренняя, туда углубление. Вот. А с другой стороны, эта же ложка, но имеет бугорок. То есть вот этим бугорком он раньше, винт стоял вперед, и аэродинамика нарушена была абсолютно работы. Как узнать еще на земле до установки, да, винта, правильно ли установлены лопасти на хаб или нет? Я рассматриваю вариант, когда ветрогенератор крутится по часовой стрелке, если ему смотреть на винт, и ветер вам дует в спину. Вот. У лопасти есть фронт и тыл. Фронт — это передняя часть, чем он разрезает воздух. И тыл — это задняя часть лопасти, как бы хвостик. Вот фронт, он всегда закругленный. Вот я показываю, он кругленький. В зависимости от толщины лопасти, это закругление может быть, ну, разным, да. А тыл, он всегда острым. Неважно, это полнопрофильных лопастей, утрубных лопастей. Вот в данном случае вот у этих саблей, у них тоже есть фронт и тыл, и закругленный, и острый конец. Подводя итоги этого видео, хочу обобщить. Винт имеет 2 метра в диаметре, 3 лопасти, крутка видна, думаю, сможете рассмотреть. Ну и, знаете, такой совет, вот золотое правило, как всегда говорят техники, да, если вы собрали какую-то технику, и она не работает, и уже ничего вам не помогает ее запустить, то прочитайте, наконец, инструкцию. Также и здесь. Сборщики данного ветрогенератора в свое время неправильно поставили лопасти, хозяин не увидел энергию, которую должен давать этот ветрогенератор, и разочаровался. Сейчас все исправлено и работает.
Ну, на этом видео заканчивается. Всем спасибо, кто смотрел. До встречи.